начинаем сегодняшний очередной этап нашей универсиады. Это творческий конкурс, и мне бы хотелось представить вам наше жюри. Заура Коев, президент фонда поддержки национальной культуры «Арт» и заслуженный артист РСО «Лайн». Индира Фарниева, солистка ансамбля «Алан». И Руслан Соков, заместитель полномочного представителя РСО «Алан» и президент. Оценивать всегда сложно, не хочется никого обидеть, потому что все стараются. Пока вот такие конкурсы и творческие вечера будем проводить, будут проводить, и, конечно же, постоянное представительство, наше студенчество будет более плотно общаться друг с другом, делиться своими идеями. И думаю, что эти идеи будут воплощаться в реальные, хорошие, прекрасные, светлые дела для нашей республики. Когда вот этот горит огонь в глазах, вот видно вот это волнение, видно, как человек хочет выразить именно свою национальную культуру. Вот. А уровень, конечно, есть там разница, но есть к чему стремиться тем, которые, они, наверное, сами чувствуют, они смотрят и, наверное, оценивают себя объективно. Один из самых зрелищных этапов творческий конкурс универсиады прошел сегодня отлично. Ребята молодцы, всех поздравляю. Вот, и надеюсь, что следующие этапы этого конкурса они будут более масштабными. Проверка была.
В общем, места распределились таким образом. Нам было, конечно, непросто, но, значит, первое место мы присудили ЭМД МСУ. Четкое исполнение, несмотря на отсутствие костюмов, но произвели такое целостное впечатление. Второе место – губка. Друзья, что хотелось отметить? Вот чисто классика, обычный такой сюжет, без заморочек и качество исполнения, вот, музыкально, все было очень так вот, без... все было в меру. Вот это мы оценили. Третье место. ГУУ. Нашего парня, как он не упускал девушку, ни разу он ее взглядом не отпустил. Это очень важно, ребята. Так что... Хочу выразить огромную признательность всем студентам нашим, потому что они очень сильно постарались. Всем, кто сделал эти костюмы, они тоже... Все время, все, что мы репетировали, они были с нами, поддерживали нас.